Вас понял, Тигр-1. Все ясно. Конец связи. Все ко мне. Получен новый приказ. Шевелись. Противник разместил супероружие в гавани города Кувейта. Уничтожьте ракеты «Земля-воздух» и зенитные установки, расположенные вокруг близлежащего аэропорта. Выведите из строя систему ПВО противника, разрушив оборудование в комнате управления связью. Пройдите через участок с ангарами к гавани. Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить игру «Буря в пустыне 2». И сегодня у нас миссия под названием «ПВО противника». Там, кстати, такие пушки, блин, похожи на Дору были. И, капрал, не развали этот БМП по частям, пока будешь его гнать. Понятно? Сэр! Да, сэр! Да, сэр. Ух ты, блядь! Там кто нахуй? Меняю обойму. Так, поле. Готов. Так, Коннорс. Где граник нахуй? Цель уничтожена! А ему хоть бы что, да? Бля, по-моему, проще заново начать. А, он так стоит неудобно, пиздец. Бля, неудобно нахуй. Еще тачка стоит перед ним какая-то. Уничтожена! А, все? Что-то он с одной плюхи слетел. Танчик-то этот. Туда же, ёпта. Блять, Брэдли отъехал. Цель уничтожена! Почините Джонса, блять, кто-нибудь. Пехота!
пойдем в ту дверь, блядь. Судгейме. Будет тебе, блядь, судгейме. Ну-ка, давайте, ребятки, сюда. Ко мне, ко мне! Нахуй залетел, блядь. Всем вперед! О, гранатки. Он, блядь, стрелял сквозь столб. Все. Нормальный лайфхак. Не взорвись только. Бля, ну конечно то, что оружие нельзя поднимать, это тупость. Самое настоящее. А че мухи-то тут в толчках? Вроде так неплохой такой. Не знаю, что это. Бизнес-центр. Отель, еще что. Ну-ка вот этот этаж сначала зачистим. О, отлично. Это тебе. Твой любимый автомат. Ко мне, ко мне! Кукорот. Цель уничтожена! Всем вперед! Бля, поднимите этого мудака. Где этот баклан? А, вот. Кухня, но тут ничего нет. Пойдем-ка вот здесь глянем, что тут. Склад, на котором опять же ничего нет. Да я слышал, что, блять, сорян, извиняюсь. Ну-ка, иди-ка сюда. Держи давай. Ко мне, ко мне! Чаще оборачивайся. А, мы уже с калашом ходим. Thank you.
Ладно, сейчас мы до тебя доберемся, так. Куда ты смотришь-то, блядь? Ладно, Фолли, давай ты. Это последний. Впереди пехота! Автомат. Отлично. Зачищаем. Так, что-то такое, блядь, происходит. Привет, ебать. Цель уничтожена. Халибошим вагьем, Микель. Впереди пехота. Цель уничтожена. Нашего ранили. Нашего ранили. Хуйня, чего вы дохнете-то, блядь? Тупорылые. Меняю обойму. Так, ну тут мы, конечно, застопорились что-то. Пойдем дальше, пацаны. Там что за дверь? Нельзя, понятно. Оп, кнопочка. Так, ну это тебе очевидно. Блять, как, сука? Так, слушай, снайпер. Цель уничтожена! Меня стрельбой! Меняю обойму! Граната! Пиздец! Ох, бля, это вообще очко! А, в смысле мы... Бля, мы не сохранялись. Вот тут сохранимся. А, не, еще рано. Ну ладно, сейчас подойдем уже к тому месту. Вот то место. Сохранять позицию. Сразу РПГ. Или ЛО. ЛО давай. Граната!
впереди. Осторожно. Блять, я не попал, по-моему. А, не попал. Пиздец. Хер попадешь, блядь. Давай, 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 братишка. Херач. Ты чего, блядь? Так, что еще нам осталось? Определить механизм установку. А, вот это вот. Впереди пехота. Граната. Ну пиздец. Блять, блять, блять. Впереди пехота. Ко мне, ко мне. Пиздец, вообще чуть не сдохли. Так, еще какую-то зенитку надо завалить. Может, на крыше, скорее всего.
Смотри, куда стреляешь! Цель уничтожена! Пиздос. Вы пиздец, ребят. Я вам так скажу. Так, это мы к трапу. Лечимся на. Тоже к трапу. Я под огнем. Оставь себе свою хуйню. Меняю обойму. Прикройте, блядь. Цель уничтожена. Брэдли, сука, прикрывай. Сюда газуй. А, вот, зенитка нам нужна как раз. Это чё, это куда? Цель уничтожена. А, то помещение, где мы были. Так, а чё, надо её тоже уничтожить, да? И уничтожьте. Ко мне! Кто это? Сейчас заложим взрывчаточку. Все, уходим. Это Blue Rover! Нашу позицию атакуют!
У капрала неприятно. Блять. Поспешим, ребят. Я понял, не сюда. Куда надо-то, я не пойму. Сейчас, ну-ка. А. Туда вот. Бля, ни хер, когда по мне попадут, если я буду бежать. Тогда, тогда. Меняю обойму. Территория зачищена. Прекрасно, господа. Джонс, открой эту заслонку. За спиной, бля. Проверь, сможем ли мы завести этот БМП. Фолли, ты за часового. Все, четко, мы прошли эту миссию. Завершенных миссий 9. Ну, короче, у всех 9, все четко. На этом видео подходит к концу. Следующую миссию мы увидим уже в следующем видосе. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. И увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока. We'll be right back.